Сегодня к нам на урок пришли. На урок пришли смешарики, и мы сегодня с ними будем работать. Они нам помогут в нашей сегодняшней уроке. Итак, посмотрите, пожалуйста, сколько смешариков у нас на экране. 8. Итак, 8 смешариков. Хорошо. Какой по счету крош? 5. Хорошо, правильно. Какой по счету Копатыч? 3. Замечательно. Кто стоит после Нюши? Бараш. Отлично. Кто стоит перед Копатычем? Пин. Замечательно. Наши герои подготовили нам задания. Нам нужно заселить домики. Первый домик, в нем живет цифра 15. Итак, какую цифру нужно добавить к 8, чтобы получилось 15? Федя? 6. Так, 6 или 7? 7. Хорошо. Какую цифру нужно добавить к 6, чтобы получилось 15? 8. Так, 8 или 9 считаем? 9. Хорошо, присоединяю. Какую цифру нужно добавить к 9, чтобы получилось 15? 6. 6, Маша, хорошо.